Инфопресс. Здравствуйте, в эфире программа «Инфопресс». О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. На Западе люди уже давно живут в долг, тогда как для россиян это пока не самое привычное состояние, но движется страна к этому совсем неосторожной поступью. Как пишет газета «Бизнес-новости», в ипотеку в России решили строить тюрьмы. Новые колонии СИЗО предлагается построить в рассрочку, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний. Ну а само ведомство впоследствии будет выплачивать деньги по принципу ипотечного займа. Как говорят в УФСИН, финансовый дефицит таким образом можно преодолеть за счет привлечения бизнеса. А вообще это можно было бы назвать, к примеру, новой федеральной программой «Построй себе тюрьму сам». Инфопресс. Удивительно, но очередное громкое уголовное дело в Кирове обошлось без привычной уже суматохи и шумихи. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», при получении взятки на днях был задержан сотрудниками ФСБ заместитель прокурора Кировской области Владимир Быков. Владимиру Сергеевичу его знакомый передал 100 тысяч рублей за прекращение уголовного преследования. Так или иначе, прокурор, судя по всему, в данном случае лишь связующее звено к последующим, в случае с которыми шумиха, которой не было в этот раз, гарантирована. Создается впечатление, что как сторонникам, так и противникам Навального суд над ним как таковой не интересен. Только как буфонада в случае первых, тогда как для вторых формальность, за которой точно должна последовать посадка. Если сторонники оппозиционера, прибыв в Киров, поняли, что прежде чем агитировать за борца с коррупцией, о нем надо по меньшей мере рассказать кировчанам, которые ни сном, ни духом, то противники отреагировали сразу. И как пишет газета «Репортер», активисты партии «Умная Россия» начали рейдовую кампанию против расклещиков листовок в поддержку Навального. Интересно только, будут ли умнорусы бороться с несанкционированной расклещиками. Объявлений, не касающихся оппозиционера, или программа уже настроена, и такие изменения могут внести в ряды партии разброд и сумятицу. Инфопресс. В Кирове уже второй раз прошел день отказа от алкоголя, и, как сообщил в своем твиттере первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Матвеев, количество участников в разы больше, чем в прошлом году. А вообще, на фоне разговоров о снижении акцизных отчислений в бюджет, акция выглядит вполне разумно. И антиалкогольную политику не предали, и казне что-то перепало. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс.